в определенный момент понял одну простую истину. Вообще, горе не знал, все было замечательно, потрясающе, классно. А сам у себя в голове думаю, бля, я в натуре часто без настроения просто. То есть я не смеюсь, меня ничего не радует. У меня просто все ровно и хорошо. И потом, вот я работал, продолжал так жить, думал, блядь, я начал понимать, что я, короче, тупо несчастлив. Я занимаюсь не тем. Я понял в определенный момент, что я не хочу жить чужую жизнь, я хочу жить свою жизнь. Так, как хочу. С кем хочу, где хочу. Не просто, чтобы мне было комфортно, уютно, классно, может даже весело. А чтобы я, блядь, был счастлив. Я всю жизнь занимался музыкой. Я просто начал уделять больше времени тому, что искренне делает меня счастливым. Живите. Живите сердцем. Действуйте сердцем. Действуйте, исходя из ощущений внутри. Идите в то дело, которое вам приглянулось. Идите в него. Пробуйте, ощутите его. Ощутите, и тогда вы почувствуете. Оно нет. Вы должны почувствовать это глубоко внутри, что вы не тратите время, делая это. Что вы на своем месте. Что жизнь нуждается в вас, что люди нуждаются в вас, это ощутимо, это не просто так, это не просто ты в голове себе придумываешь.